Расскажите по созданию вашего коллектива. Дело было так. И родилось вполне себе коммерческое название Multi-Dance Studio. Как ты давно в этом коллективе? С прошлого года. С прошлого года. И тебе нравится? Вообще, это жизнь моя просто... огонь коллектив. Год, вот второй год уже пошел. Тебе не мешают танцы учиться? Нет. Очень много трудностей, связанных с учебой, конечно, с которыми помогаю справляться выносливость, которую я получаю здесь. Нет, они только помогают, потому что стресс ведь тоже нужно как-то снимать. И танцы мне помогают справляться с проблемами. Расскажите, может, какие-то у вас новые планы есть? У нас готовится спектакль. Спектакль под песню одной не самой известной группы «Ногу свело». Это будет полнейшее сумасшествие. Да, я думаю, что вам понравится. А мы это в Мессис увидим? Да, да, обязательно, конечно. И примерно как скоро? Я думаю, что через 2 месяца точно. Далее у нас еще есть один такой роковый номер. Да, тоже сразим обязательно. Вот в данном случае красотой. Если в предыдущем номере эксцентричностью, то в этом случае красотой неземной. Много мальчиков в коллективе. Мальчики, мы вас ждем. Звоните 8-968. У тебя девушка есть? Да. Нет, девушки нет, у меня много девчонок. Поэтому ты здесь? Да. 706. Боретесь за мальчиков? За мальчиков мы вообще никак не боремся, никогда. А я не борюсь, они и так мои. Ребят, у нас очень много классных девочек, которые круто танцуют. Приходите к нам. 18-02. Ты тверкаешь? Нет. А когда девочки это делают, тебе нравится? Да, девочки делают это очень здорово. Что ты делаешь в этот момент, когда они это делают? Отжимаюсь, качаю пресс. Ну да. Что могла бы ты сказать новичкам, которые придут сюда? Ходить на все занятия, не пропускать ни одного. 2 часа таких тяжелых тренировок – это очень полезно для организма, это все-таки спорт. А вообще нам нужны сильные, выносливые ребята, девчонки, потому что тренировки у нас достаточно интенсивные. Вот, терпение надо. 1, 2, 3, 4. Это серьезный репортаж, это должно серьезное быть. Ой, ой, Паш, ты снимаешь. Ой.